Сдать раньше срока такую задачу перед дорожниками поставил мэр Челнов Наиль Магдеев. Речь идет о строительстве продолжения Московского проспекта. Кроме того, ведется ремонт и других проезжих частей. Но обо всем по порядку расскажем в нашем материале. Начало рабочего движения по продолжению Московского проспекта. Какую дату себе ставим? Ну, Борщ, 1 сентября ставим дату. Но мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, 1 сентября это уже поздно, ведь тогда дети пойдут уже в школу. Поэтому городоначальник установил новый срок – 20 августа. К этому времени движение на продолжении Московского проспекта должно быть запущено. Необходимо накатать автобусный маршрут в конце июля, в начале августа. Накатав маршрут в течение 10 дней, 2 недель, мы должны понимать, какой будет пассажиропоток, как взрослые дети будут доставляться в микрорайон притяжения, как оттуда будет организовано движение и туда, и обратно. В новый микрорайон должны запустить маршруты под номерами 2 и 3. К тому же первая партия автобусов большой вместимости поступила. Из 24 единиц в Автоград привезли 14. Сейчас их ставят на учет. Также продолжается ремонт и строительство других дорог. Мы находимся на выполнении 84% по строительству объездной дороги под мостом через реку Меликеска, соединяющей проспекты Мусы-Джалили и набережной Чемненской. Продолжаем проводить ямочный ремонт. По словам Ильи Зуева, в настоящее время он выполнен на 106%. На проспекте Хасана-Туфана на отрезке от улицы Раскольникова до проспекта Сюембике ремонт завершен. Альмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, новости Челны-ТВ.